Перше навчальне півріччя добігає кінця. А отже, саме час зазирнути за лаштунки наших старих і улюблених друзів. Школа, яка навчає дітей культурі, тіла та мистецтва, узгоджувати її з культурою в широкому сенсі цього слова. Центр сучасної хореографії і перформансу, другі танці – такий же навчальний заклад, як і інші. З викладачами, парами та оцінками. Тільки науки тут називаються дивно – імпровізація, творча лабораторія, капуера. У вересні з'явилась нова дисципліна – партнерінг. От про неї зараз і дізнаємось. Потягнули спини, розігріли ручки. І зараз ми з вами покажемо, як ми розігріваємося. Да? Положили руки на центр партнера. Нашли на проєкцію центру партнера. І зразу можна починати. Аккуратненько. Да, от зараз я слышу тебе. Воздействие тебя на мое тело. Слышу. Прекрасно. Пошли бабочку, да. Пальчики освободили. Освободили, да. Потянули связь свою, почувствовали сами связь, копчик, макушка. Положили пальчики на макушку. И бабочка взлетает наверх, мягко. Да, помогая нашей связи выстроиться. Мы помогаем партнеру ощутить голову. В этом полугодии, в других танцах, в программу мы ввели новый предмет. Этот предмет называется партнеринг или взаимодействие с партнером, работа с партнером. Да? И на самом деле все это вытекло очень осознанно и спонтанно из нашей базы, потому что дети занимались акробатикой на протяжении нескольких лет. И теперь наша задача на этой базе выстраивать уже взаимоотношения в танце, в технике партнеринг. И в этом полугодии мы с ними продолжили очень серьезную работу по осознанию, что такое вес собственного тела, как работает вес, как работает инерция, что такое инерция, как мы можем пользоваться этой силой, этой энергией для того, чтобы оптимизировать наше движение, сделать его наиболее эффективным. Мы соединили два класса, именно на этот предмет мы работаем в субботу в течение вот 3 часов, у нас 1,5 часа вот, конкретной технической такой базы партнеринга, и потом мы начинаем это все уже инкорпорировать в постановочный материал. Конечно же, им было непросто, потому что нужно было время для того, чтобы они научились доверять партнеру, то есть они попробовали партнера, да, испытали, да, как бы телесно его, поняли, что осознали, что в этом нет опасности, что партнер может выдержать их вес. Конечно же, мы работаем с весом очень аккуратно, потому что это дети, их костяк еще не сформировался до конца, он растет. Но какие-то такие очень элементарные вещи вот мы уже в нашу программу включаем, и, естественно, эта техника и постановка в этой технике войдет в канву нашего спектакля. А в этом году мы с ними начали очень так спокойно осваивать анатомию. Я им рассказываю, как наше тело состоит, из чего оно состоит, как оно функционирует в каких-то доступных им терминах, в доступном им понимании. И они очень много уже знают, да, как все сопрягается, какие суставы, названия костей, там, мышц и так далее. Мы в этом году с ними, например, делаем warm-up, как bodywork, это такая техника есть, да, когда ты работаешь со своим телом или с техникой, с телом партнера, то есть они четко понимают, что вот локоть, и он вот именно такой формы, именно такого устройства, потому что они телесно его просто изучили, не просто на него посмотрели глазами, а поняли, как он устроен, да, этот локтевой сустав, например. Ум, телесный, вот способность слышать тело партнера, его импульс, безусловно, это тоже можно в себе развить. И вот, в частности, контактная импровизация – одна из техник, которая способствует очень интенсивному обострению этого телесного слуха. Когда ты в контакте с партнером, ты слышишь, ты его слушаешь больше. И какие-то элементы контактной импровизации мы тоже берем с детьми, да, без там каких-то экстремальных поддержек. Но вес мы учимся отдавать. То есть мы понимаем, что такое центр, как устроен наш костяк, куда можно отдать, какое количество веса. И мы это понимаем, то есть я им объясняю, естественно, это вербально, но потом они все это исследуют телесно. Они потом уже поймут, что на колени
То есть они просто не отдадут вес на колени много партнеру, потому что они поняли, как устроено колено, что это очень хрупкая часть нашего тела, и сюда нельзя много веса отдавать. То, чем мы занимаемся с детьми, вот то, что они знают, то, что они чувствуют тело друг друга, они учатся доверять телесно. Они, если ты примешь, если ты отдашь вес партнеру, то без доверия ты не отдашь этот вес. Соответственно, это все трансформируется в их социальное поведение. То есть они становятся, если они открыты от природы, дети, да, вот открыты дети, то они не закрываются. Они, их закрытие, социум их не так на них давит, не так их сжимает, не так их структурирует, не так ставит их в рамки. Если дети более замкнуты, потому что дети же тоже разные, то это помогает им открыться, стать более свободными телесно, а через вот эту свободу телесную они становятся свободными и ментально. Теперь мы можем сесть на руки партнера. Кто делает это без ума, тот упадется. Смотрите, какой мячик. Потяните связь. Связь потяните. Ты сидишь у Саши? Да. Точно? Точно. Смотрите, мы сидим, вообще ничего не делаем для этого. Это легко утянуть. Да. Вот балетные танцовщики так же здесь сделают. Носите наверх, потянули. Супер, сзади взял еще партнера. Стоп, не нарушаем баланс. Прекрасно, держимся. Умнички. Супер, удобно, дети? Очень. Круто, дети. По жизни, мне кажется, что они просто научатся выбирать себе среду. Может быть, они в чем-то станут более избирательными, но я не считаю, что это плохо. Я не считаю, что нужно принимать все в этой жизни. Они не будут бояться, они и сейчас не боятся постучать в дверь и приоткрыть ее. Если они почувствуют, что дверь открывается, то они без страха войдут в это пространство, которое расположено за дверьми. Если же они почувствуют, что дверь сопротивляется, они не будут туда тупо ломиться лбом. Они просто поймут, что это не их дверь. Они будут искать другую дверь. Но желание искать и познавать и двигаться – это желание, которое в них сейчас мы поддержали, и мы его развиваем, оно не покинет их никогда. И у меня есть опыт других танцев, которым сейчас уже 26-27, которые не стали танцовщиками или стали артистами, и это желание их не покидает.